Итак, 29-я серия. Прохождение за королевство Италия. И надо вот это снять осаду. А их тут аж две армии. Ну, две так две. Так, интересно, как тут снять осаду? Так, значит. Ладно, минералки допустим здесь. И начнем. Где-то с той стороны хорошо пусть идут.
Так, голландские гвардейские уланы. Огонь, перебить эту конницу, пока она тормозит. Месье, ваша славная победа уже близка. Да подожди, ты близка. Еще вторая армия подойдет. Конницу как-нибудь надо добить обязательно. Конница быстро нападает. Я не вижу. Понятно. Мушкета почему-то не видно из-за дыма. Здесь не вижу. Кто вблизи? Бах такой. Ладно, главное, что есть. Огонь. Они вкусненько так идут. Так, здесь нормально. Наверное, перезагрузить игру, то почему-то не все видно. Огонь. Жизнь нашего генерала в опасности. Стреляйте, что у вас. За них стрелять, но понять вообще. Так, все, отступили. Отступили, отступили. Здесь разбил, ладно. Теперь давай сюда. Давай сюда. Не, давай туда огонь.
генерала другая задача. Карабинер, ну ты. Круто я тут. Наши люди бегут, месье! Ладно, разберемся. Здесь пушки так разбить можно. Где мой генерал? Вперед. Разберемся сейчас. Огонь. Добили. Стоп. Туда. Ждем вторую армию. Так, генерал тут справился, отступаем. Бах снимать своей. Значит, было нормально, видно все. Через это вблизи. Ладно. Молодая гвардия. Ух ты, гвардейцев французы сюда нагнали. Швейцарская пехота, швейцарские вольтильжеры. Чих-то. А, мало, наверное, воевали где-то. Строится хорошо. Подождем, пока подойдут, построятся. Ополчение в баню. Поэтому будем целиться.
Так, кто там еще подходит? Все, подошли. А ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять флагов только. Все, больше нет подкреплений. А, там конница была, она в самом начале пришла, понятно. Кто там у нас погиб? Даламбер и Массена. Да, можно будет. Посмотреть, как летают ядра. Ладно, пусть пока так идут. Странно, с вами были проблемы, чтобы с мушкетами. Очень даже странно. Карабинеры сильно пострадали. Придержать немного. Там. Огонь. Огонь сюда. Банкеры гренадера. Так, гвардейские войска. Вы будете разбиты.
Забиваем. Заметил, что их не добит. Так, все, здесь все. Догоняем. Добиваем. Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. А, думаю, хватит. Так. Ага, я не могу тут отступить, так как здесь дорога перекрыта. А здесь у меня эта армия. Abbiamo trionfato! Uomini, avanti! Mordere la polvere! Hurra! Hurra! In marcia! I vostri ordini, maestà. Так, хорошо. Sì, mio sire. Servo vostro, signore. Da sinistra! In marcia! Pronti! Pronti! In marcia! Signore! In marcia! Altro! Так, теперь здесь. Что ж, начнем сражение, потом пушки подойдут. Так, значит. Как бы вас назад немного отодвинуть. И ждем пушки. Хорошо, пушки близко вы подошли. Пушки 12-фунтовые, стрелять будут далеко. Так, все, пушки все. Значит, можно строить уже войска.
генерала сюда. Так, датская пока пехота подойдет. Есть время пушки поставить. Они вроде бы не нападают. Тут он еще какой-то типа овраг. Так что перестроимся. Перестраиваются. Да, кстати. А, тут мушкеты есть, а так что-то баг был на той карте с французами. Здесь мушкеты есть у всех, а вот издалека уже видно. Порядок. Сюда они подойти не очень-то смогут. Отсюда, например, вокруг обходить, или значит пойдут только вот прямо могут. И вот здесь. Ой. Стоп, кого там зацепил? Дальше, значит, давайте пушечки. Все, артиллеристы подошли. Два стоят, могут стрелять.
бой начался. Давай. Так. Поставил перед пушкой. Достаем. Обходят. Куда вот претесь? Вперед. Вперед. Ворот. Огонь. Чего, разберемся. Огонь сюда. Месье, жизнь нашего генерала в опасности. Ваша славная победа уже близка. Срочно вернулись назад. Ближе.
Огонь. Кто не стреляет лишь. Так, здесь кто спрятался, нет. Все, все отступают. Кроме вот этого. Все, быстро разбили. Vittoria gloriosa! In marcia! Avanti! Освобождаем. Pronti agli ordini. Так. С ними торговать можно? Жаль, нельзя. Ладно. Signore, i vostri ordini... Avanti! Vostra maestà. Так, пока там порядок. Так, теперь здесь. Signore. Самому, что ли, на них напасть? Да, надо сюда идти. Потому что уже конец ноября, будет декабрь. И замерзнем мы тут. Так. Пехота еще не это. Подойти не может. А это может. Это может. Вперед. La vittoria è nostra. Da sinistra. Servo vostro, signore. Добиваем. Una vittoria gloriosa. Avanti in marcia. La vittoria è nostra. Так. Забыл, строим корабли. Ты назад. Посмотрим, там много вас. Корабли есть. Город пустой, хорошо. Значит, высадим десант потом. Так. Ты давай сюда. Ты сюда, а ты туда. Так, вы сюда. Порядок наводить. Так, ладно, потом остановится. Так, тут и так порядок. Так, хорошо.
Здесь порядок держится. Пусть так. Еще одну армию буду нанимать. Так, здесь пока все восстанавливается. Здесь засада устроена. Ну и продолжаем. Откуда они взялись, блин? Вроде корабля нигде не видел. Шведы. Так, значит, эти убрались, хорошо. Так, где? Ай, бля. Так, у меня вся армия перемерзнет. Серво востро, сеньоре. Так, ну это ладно. Здесь у меня армия готова. Куда его тут поставить? Давай сюда, наверное, выводи. Ладно, потом восстановимся. Испанцы уже при... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Для начала надо здесь разобраться. И пушки вот. Так, пока здесь постойте. Возле моста. Сеньорси. Здесь почти восстановлено, но там и так не. А, все-таки Гессенбот в подкреплении. Немико сотто седио. Я лучше пока восстановлю войска получше. А кстати, а еще тоже не восстановилось. Как бы вот там послать такого. На разведку хотел послать. Тут и город-то не полный. Сеньоре. Аванти, пер иль паэзе и ла корона. Мне пехоты маловато. Еще с пушками, с гаубицами нет. Туда не пойду. Сиамо пронти. Так,
Так, надо посмотреть здесь. А, да. Так, стоп, проверяем здесь, кто мне там уже замерз. Так. Siamo pronti. Da sinistra, in marcia. Avanti, in marcia. Так, хорошо. Ты давай туда. Так, корабль строится. Пусть строятся хоть какие-то корабли. Хотя мне... Да, пусть будет. Так, надо британцев разбить. Так, британцы на карабинера гляну. Так, вот они какие. Карабинеры. Правда, брал их из каких-то там гренадеров, но карабинеры тоже похожие были. Карабинеры, по-моему, это легкая пехота, как гренадерских полков. Здесь побудем поближе к ушкам.
Понятно, холмы. Ну ладно, начнем. А, пушки есть. Огонь по пушкам. Так, одну пушку сломал. Конная артиллерия Брауншвейга тут. Такс. Я не вижу. А, конные стрелки на САУ. Опа, нет. Так, тут две пушки сломал, хорошо. Так, конницу перебил, тоже хорошо. Голландских фланкер еще. Стоп, где мои пушки? Победа уже близка. Это хорошо. Это кто? Канакские рейнджеры. Разберемся. Кирасиры на фланг. Так, ты там нужен? Там мод не справится.
Ну, давай сюда. Да. Вперед. Так, дальше идем. Вперед. Добиваем. Отец, тут у вас там 73, это у вас много. Били. Продолжаем. Так, это кто? Веселые ребята бегут. Чего, сейчас кирасиры догонят, еще побьют. Порубят, в смысле. Ну все. Британский десант разбит. Abbiamo vinto! Еще не до конца. Fieri e vittoriosi! С какого это мода у меня? Там же совсем другой значок. Ладно. Ух ты. Не, не тот. Так, лучше. Uomini, avanti! Servo vostro, signore. Все. In attesa di ordini. In marcia! Испанцы теперь не пройдут.
своими ополченцами. Так, давай туда. Правильно, все. Нет, потерь слишком много. Не хочу рисковать. Ладно, один ход подожду. Кстати. Даже очень кстати. А, не достает. А здесь достает. Давай туда. Аванти и марча! Пронти, эй, на ты. Все, пусть пока. Ладно, потом все вас отремонтируем. Так, а здесь, значит, у нас война. Ладно, ходим дальше. Арретрате! Дизастро! Попались. Эссен Кассель. Pronti a difendervi ancora! Disastro! Disastro! Так. Не разрушено, понятно. Так, здесь. Сюда. Так, ты давай сюда. Ты быстрее восстанавливаться. Все. Понятно, замерзли. Так, а ну здесь чуть уже больше. Сеньорси! Линия ди баталья! Тут какая-то армия слабая, ладно. Сразимся потом. Здесь уже восстановлено. Ух ты. Так, Ольденбург. Чё у них? А, это уланы. А чё ольденбургские уланы? Так, надо выйти посмотреть, что там не совпадает. И у русских, конечно, Россия уже разгромлена, но Архангелогородский что-то такое там не получилось. Мушкетерский или гренадерский полк. Так. Ладно, надо подождать до лета. Так, сейчас. Так, серия уже больше часа, так что
продолжение будет уже в следующей серии.